Олимпийская чемпионка Сочи 2014 Аделина Сотникова рассказала о планах на будущее. На ближайшее будущее мне восстановиться надо, а там уже и правила меняться будут. Я буду готова на 100%, то только тогда выйду на соревнования, но не меньше, потому что выходить и делать опять грубые ошибки я не готова. Если брать соревнования, то я бы хотела выступить на турнире самого высокого уровня, но для этого нужно очень много работать. Ближайшие планы – буду работать на шоу, потом мне нужно окончить учебу, а именно защитить диплом. После хочется отдохнуть, а летом начать полный процесс подготовки. Вообще я люблю участвовать в разных проектах, сложных или нет. Это полезный опыт для будущего. Я люблю быть разносторонним человеком. Конечно, я буду думать об этом, когда скажу спорту все. Естественно, я буду тренировать сама. Это мое, дети меня любят, я с ними могу найти общий язык, уже есть опыт. Ты приходишь разоренная домой и уставшая, потому что так много сил забирает работа с маленькими фигуристами. Работа тренера очень тяжелая, понимая, сколько Елена Германовна в меня вложила, сколько Женя сейчас вкладывает. Это вообще нелегко. Мы раньше думали, что тренеры ничего особо не делают. Это вообще не так. Тренеры вкладывают в каждого спортсмена свою жизнь и душу. Жертвуют семейной жизнью. В будущем я готова, чтобы мои дети были на том же уровне, на каком была и я. Но об этом нужно очень много думать. Есть у меня предложение, но пока я сказала, что подумаю, рассказала Сотникова.